Oh, summer. It sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Привет, извини, я знаю, ты меня очень долго ждала. И поскольку я опоздал, у меня для тебя кое-что есть. Ну, шучу. Ничего нет для тебя, пойдем, просто пойдем. Ой, смотри, 50% на все. Может быть, стремись куда-нибудь до нашего дома. Он намекнул, что мы будем жить вместе. А я забыл, я же с мамой буду жить. Так, сейчас мы бронконем мою девушку. Поехали. А, Крис, ты что, дебил, что ли? Это кто? А, да вчера познакомился. Что? Шучу, ты же одна единственная. Она сама познакомилась. Да иди ты нафиг! Нам нужно с тобой серьезно поговорить. Нам нужно с тобой расстаться. Расстаться? Я то же самое хотел тебе предложить. А я пошутил, а ты? А я нет. Сейчас догоню. Может быть, ты не будешь приезжать? Ты болеешь, тебе плохо? Да нет, мне нормально, я уже иду на поправку. Ой, ну как знаешь. Привет! Да я тебя обниму. Ну что, ребят, как у вас дела? Может быть, ты все-таки пойдешь домой? Я повторяю, я уже иду на поправку, вы от меня не заразитесь. I'm calling, I'm calling. Ой. Ребят, что-то в жар кидает, у вас нету градусника. Слушай, может быть, потом встретимся, время проведем. Ты сейчас болеешь все равно. Да не, нормально, слушай, не заразишься. Когда ему звонила, играла музыка. Он, наверное, мимо клуба проходил, цветы спешил мне купить. А ты не думаешь, что он там был? Где? В клубе. Ой, Люси, тебя умоляю, он не такой. Вот накрасила я губы год назад красной помадой. Так на его белой рубашке это пятно все ярче и ярче становилось после каждой стирки. Я вот не могу понять, что за материал такой. Но лично он не работает, потому что... Ленивый? Нет. Потому что у него сейчас по гороскопу трудный период. У него Марс в луне, понимаешь? Уже как... третий год. Вот недавно к нему сестра из Сибири приезжала. Но я это сделала все как полагается. Борщец там, второе. Но она малявка-то младшего на 2 года. Она боялась спать одна, положила их вдвоем. Вот после свадьбы он изменится. Вот детишки родятся, он изменится. Вот после... Иди на работу, бездарь! О, ты новый айфон купила? Ну да, знаешь, тонях купила. Завтрак, на обед. Алло, Надь, займешь 50 рублей? Какой крутой экран! Муа! Baby, I don't understand this. You're changing, I can't. Эль, дай зарядку. Да. Блин, у меня Android не подошло. Я знала. Здравствуйте, можно, пожалуйста, 20 зарядок на iPhone, а то мои все сломались. Да, конечно, за 40 тысяч рублей. Что? Люблю бомбасты. Я тебе говорила, не надо жрать летом. Че себе тебя разнесло за лето? Ты худеть думаешь вообще, нет? Какой худеть? Скоро зима. Под одеждой все равно ничего не видно. Ты скажи лучше, чего пожрать есть? Эльвир, солнце село уже. И что? Я прифотошоплю. Фоткай. Вообще оригинально, всем завидуются. Блин, Светка на Мальдивах. Я тоже так хочу. Go, go.
смотреть. Блин, что-то полная фигня. Давай перефоткаемся. О, как красиво, дай я тебя сфоткаю. Какую сфоткаю? Я с этих 5 звезд такой брюхо съела. Сейчас селфи сделаю. Ай, солнце светит. Этих пранков развелось. Да ладно тебе. Мы в детстве намного лучше пранковали. Вот я прикольнулась над тобой. Мам, посмотри, я пятерку получила. Ты чего? Что за шалость? Я не поняла. Вер, мамка идет. Ель. Она белый лебедь. Ха-ха, я пошутила. Вер, ты в курсе, что это дом ведьмы? Она похищала маленьких детей из бутуши же вот там до сих пор. Она держит мой прибор в объятии. Жестко, как мультяшный дядя. Это что, дом? Господи. Нормально, блин, вчера все. Тихо, мамка звонит. Алло, давай, ты... пошли, рюмка ждет уже. Пацаны приехали, давай, пойдем, пацаны ждут. Мама! Вер, будешь чай? Ага. Машку не сделала. Я уже сделала, вот так же смогу гулять. Ой, комар. Да убей. Давай с ним в прятки поиграем и сбежим. Здесь кто не спрятался, я не виноват. Мам, посмотри, я пятерку получила. Ты чего? Что за шалость? Я не поняла. Да, крутое было время. Ага. Любимая, привет. Привет. Ты в курсе, что я уже 30 секунд тут жду, стою тебя? Я женщина, я не должна тебя ждать. Ну что, попался? Дорогая, ты что не видишь? Я с начальником переписываюсь. Ну-ну. Я буду спагетти, суп и кальян. А меня ты не хочешь спросить, чего я хочу? Знаешь, ты только всю жизнь о себе и думаешь. Ага. Ну что, Светка, или как тебе там? Привет, я знал, что вы переписываетесь, знал. Какая Светка? Это начальник Гришин, Владислав. Я музыку включу. Okay. Опять ты, сука, первый раз включил? Да я включу! Вот что нужно слушать. Капец, не понимаю этих мужиков. Что за люди, неужели так трудно выкинуть? Сын, завтра тебе нужно проследить с твоей сестрой, а взамен ты получишь вот эту машинку. Ну и стрёмная же ты. У неё никогда не будет парня. А шмот полное говно. Эля говно, позор нашего класса. Это чё, Элька с нашего класса? Тох, иди сюда. Ни хрена себе. О, друг, нашел. Фига себе. Алло, здравствуйте, мы уже подъехали. А, вон, я вас вижу. Виша? Эля? Давно мы с тобой не виделись. Да, давно.